Глава Якутии ознакомился с ходом строительства объектов 20-х игр Манчары. Егор Борисов на днях посетил с рабочим визитом Верхневилюйский район. Как отметил министр архитектуры и строительства республики Вера Кузакова, монтажные работы стадиона на 3000 мест с теплым легкоатлетическим манежем и возведение каркаса многофункционального спортивного зала идут полным ходом и сдадут их в срок. Два объекта строятся и будут вводиться в 2017 году. Темпы строительства в соответствии с графиком производства работ. Проблем нет. Идем в рамках намеченных планов. Поэтому объекты в этом году, основная задача это выполнить каркас, значит, тепловой контур завести. Ну и значит, на следующий год это отделочные работы и в основном все земляные и так далее по благоустройству. Поэтому я думаю, что эти объекты будут сданы в срок, и игры будут состояться.